Да, тишина. Система орбитального подавления включена. Там, если вылезти, быстрее будет. Время – деньги, друг. Что тебе, анекдот рассказать? Расскажи. Не, я не умею. Расскажи, как умеешь. Не, не нужно анекдот, как раз идеальная тишина сейчас была. А во время боя с боссом нельзя флудить, а между боем на трэше можно что-то говорить? Если только анекдот. Где он? Аниматрончик там просит дать роль. Сейчас.
Всем привет. 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 Плюс они, кто умеет на разрушителях настакивать нормально. Отлично. Луна Dead Mice. Меня первого пуляет, второго hard to kill. Треугольник, ранишка, кидаешь няшера и зумора, зумор ДД спек. Хоть фу, давай ромб. Селфа первый летит, Лореал второй. Садись, Ярик. Поедем за босса. Садись, поедем за босса. Сейчас, подожди, я еще раз ставлю, погодь. Эндбуфа желательно было покидать. Так, Кира, давай кувришок бери. Первого кидаешь Муренка, Муренок ДД спех не здесь. Второго Войд Фьюри. Какая метка будет, ты говоришь? Печенька. Тебя первый запускает, потом второй. И давай, давай, ладно, Blackfly, скид. Давай звезду тогда заходи. Кто из меликов еще свободно остался? Кого не назвал? Изи катка тогда, иди к звезде. Ряд, запомни, пожалуйста, что я не запомнил, кого куда распределил, я просто раскидал вас. Зумар, подожди, Няшер, кому с тобой, да, Зумар идет? Няшер. Я у Кранишки, а кто со мной, я хер знаю. Иди с Няшером. Ты второй будешь. Так, еще один на звезду нужен. Ну давайте рассмотрим, на звезду вторая пойдешь. Короче, что вам надо делать, кого запускает? Вы прыгаете в разрушитель, нажимаете 6, у вас запускает катапульты. Как появляются пушки на Левиафане, у вас запускает человек, который находится в разрушителе. В это время второй садится. Потом, когда ломает пушки, получается, второй запрыгнул уже в катапульту, те обратно бегут, как только пушки опять Левиафаном появляются, у вас запускают те, кто первый, опять садятся в катапульту. У них катапульта сначала вам надо... Сначала вам надо, короче, помогать разрушителям брать там колчедан. То есть после того, как вам дадут команду прыгать в катапульту, вы прыгаете в катапульту, а дальше собирать колчедан. Колчедан собирать, когда у вашего разрушителя остается 25% энергии. Точнее, 25 энергии. В целом все, туда-сюда меняйтесь, все, я буду давать команды, когда вам запрыгать в катапульту. Кил, слезь с пушки. Садись. Артукил. О. Вылез с разрушителя. Садись. Не ты. Блядь, Курабек, садись. Вылез с пушки, блядь. Вылез с разрушителя, пускай Курабек сядет. Все, загружайся сразу, Курабек. Давай. Сейчас все, кто первый летят на Левиафана, сразу загружаемся на шестерку. Левиафан пульнется, можете запускать. Ну и колчедан, когда 25 энергии остается вашего разрушителя. Хартекил, я когда скажу, тогда загрузится. Ребята, я всех назначил, пожалуйста, слушайте внимательно. Понял?
Раньше не садись. Угу. Я тебе скажу когда. Должен рядом с печенькой еще быть, ребят. Через мелок печеньки иди. Ух ты, лол, у меня нет вообще это. Вот. Возьми колчедан. Вот таким. Ребят, я специально указал вам, чтобы попадать в второй рейд, надо понимать стратегию. Я, конечно, понимаю то, что это не царское дело, там стратегии смотреть, учить и так далее. Как бы вас провозят, провогонят, надежда. Но нет, ребят, еще раз пересмотрю, я специально повторяю, печенька. А первого запускают, там уже тип назначен. Вторая, ты залезаешь в разрушитель, собираешь колчедан, потом, когда тебе говорят, нажимаешь шестерку, тебе закидывают на левиафан, и ты рушишь пушку. И так этот круг повторяется. Рейд-чек, посмотрим, что будет. Если фигово, то переназначу. Но все будет в первый раз. Так что... Там много ума не надо. Расширителю помогаешь своему, куда мне заспать энергии, ты таскаешь колчедан. Весом тебе тут? Блять. Когда я спешу, нажмешь ускорение, понял? Нажимай, нажимай. У меня садись на пассажира. Да, садись на пассажира и нажимай ускорение сейчас. Точнее, в левую у меня садится. Нажми ускорение, пожалуйста. Это управление у меня. Боже. Да, они едут в этом. Невозможно, нет возможности сбивать колчеданы. Чуть в стороне от него. По своим меточкам подбежали? Да, по своим меточкам подбежали, ребят. Загружаемся через 3, 2, 1. Загружайтесь. Так, to kill? Алло? Алло? Нажимаешь. Ты как пассажир, он не садится в загрузку. На шестерку загружаться. Я понимаю, у меня нет панельки. Вот. Вылези быстрее просто, я сейчас сдохну, вылези по новой залезь. Я уже несколько раз сделал. Сняйте разрешительное, пожалуйста. Дайте квадцикан. Ты кто, зумар? Ты не можешь, да, загрузиться? Хартукил. Хартукил, я не могу. Дайте колчедан хуй. Колчедан позбивайте, кто в осадках, в пушках находится. Колчедан сверху сбивайте. Притяните, кто у меня сидит?
Падайте, по новой начнем. Окей, кому что непонятно, задайте вопросы сразу, пожалуйста. ДК, который в стах, он долго заряжался. Ну, как бы, я прекрасно понимаю, что мне нужно сделать, но когда я сажусь, он у меня не этот, не показана панелька. Он у меня садится в другое место. Короче, смотрите, ребята, которые вторыми садятся, вам нельзя сразу залазить в разрушитель. Вы залазите только после того, как выкинут первых пассажиров. Вот первых кинули, тогда вы залезли. После этого вы помогаете разрушителю собрать колчедан, у него 25 энергии остается. Потом, когда я вам даю команду, вы прыгаете в разрушитель, ну, в катапульту, вас запускает, и в это время садятся те, кто должен быть первым. Вот. Прыгаете в катапульту на шестерочку. Так цикл повторяется. Кто Блокфайр сидит? Да не садись, Харт. Ребят, там не застряги, я просто вспоминаю других игроков, сразу говорю. То есть желающих очень много, если вы не готовы, сразу говорите, я не знаю стратегии и все. У вас времени, я специально пишу сноски перед тем, как тест обрадиться, то что вы прочитали все стратегии, знали, как убивать конкретного босса. Ну, все было в первый раз, учись. Мы доедем, потом слезешь, понял? Когда я его запущу, опять залезет. Хорошо. Ну, сейчас все нормально. Сейчас могу заряжаться. Okay. Давайте, ребят, босс легкий, на нем даже вайпаться не надо. 250 минут. Да не, ну не было аж у него панели, типа. Так, пусть не запрыгивает. Ну, сейчас он говорит, все нормально. Все, потерчу на пол. Кронишка, что не так? Нету второго стрелка, ну, второго, короче, человека в тачке. А еще и третьего нет. Кто там у нас третий ДК? Просто подойди, но не садись пока что. Все, да, стоим, ждем, пока закинут первых. Водители осадных машин, не нужно ездить в боссе. Ездите рядом, оно сбивает нормально каст. Просто что стрелкам очень тяжело сбивать из-за этого текстур колчетан. Да, рядом не катайтесь. Еще те люди, которые летают, если видите, что не успеваете добежать до своего разрушителя, вот стоят мотоки, три штуки по комнате. В них можно сесть и спастись, типа, чтобы вас не убило. Потом можно просто из него сразу сесть в этот разрушитель. Просто мышкой один раз крикнуть. Кто еще с Блокфайром сидит, ребят? Милики. Раз, второй. Кого назначал? Все. Все, сейчас первые, кто летит, уже загрузились на шестерку в катапульту. Да, уже в катапульту должны быть, потом вас закинут. В печеньке, представляете, кто сидит? В печеньке будет. Чем? Терсмело, еще раз тебе объясняю. Сейчас, получается, вот Фьюри загрузили. Его запускает, только после этого ты садишься. Твоя задача в разрушителе, пока бьют пушки, ты собираешь колчедан. Пушки доливают, Войд идет обратно к вам. Ты пока собираешь колчедан. Как только я говорю прыгнуть к катапульту, ты прыгаешь к катапульту, я запускаю, Войда берут к себе. Все, и вы так повторяете этот цикл. Ничего сложного. Зумар, Блэкфлай. Ну, у тебя Рогаль пишет второй. Зумар, ты тут? Алло, меня слышно? Слышно.
У меня что-то вылетело почему-то, я не знаю. Ты кто, Зумр? Да-да-да. Ждем. Вам нужно заходи. Сбивайте. Я зашел, нормально. Колчедан появился. Бейкер. Идите сзади. Пусть они как зайдешь, пульнем. Да-да, все, я здесь. Все, там на мопедах заезжаете. Ну, хардки вылез на всякий случай, чтобы ты не попал. Да и сейчас все нормально уже. Я могу загрузить. Так, еще раз, кто будет класть сидит? Угу. Давай тогда Мордун с ним. Ты, Мордун, ты второй будешь. Понял, что Мордун делать, нет? Я у спанжа сижу, ну ладно. Я прыгаю на эти, на пушке. Да, Жители, да. Окей. Все, сейчас то второй прыгает, пока что не залазим. Когда пульнем босса, выкинул первых, только тогда залазит. Он заносит. Пулять? Вторые можете залезать уже. Печеньку мимо босса пустил. Ну, у меня не стреляют. Можно так? Промазал. Все, к своим разрушителям. Пока не садитесь. Няша, у меня не стреляют вообще. Пока рано загрузился. Загрузились? Все, выкидывайте их, загрузились, выкидывайте их. Запрыгивайте быстрее. ДК загружается. Хранишка выкинулся, а вот там или что-то. Он загрузился. Свободно, да? Все, теперь залазь, вот. Нажми. Быстрее. Нажал. Нет, уже. Дайте колчедан. Колчедан. Перед нами не работает. Угу. Нет, наверное, немного левее. Готовимся сюда загружаться. Колчедан, колчедан. Нет, ничего рядом. Загружаемся. Все, пуляйте. Мочки, подходите к правой части. Колчедан, заходите. К центру. Загружайте сразу. Кого одного пуля, не закинул? Пуляй. Садись второй, прокатил тебя. Он умер. Если кто-то есть свободен, садитесь ко мне. Колчедан сразу. На мотоцикле один чел, сюда иди, сядь в разрушитель бомбы. Быстрее. В луну. Стой, Варчик, да. Вот сейчас мопед сядь какой-нибудь. Давай, колчедан, быстро. Тяните. Ага. Ты с меня тяните. Кто у нее сидит, выпрыгивай, катапульта быстрее. Загружайся, кто сидит у меня. Я умер. Осом, загрузись. Нажми четверку, я тебя выкину. Давай. Че, занят еще Кира у тебя? Знаете, никого нет. Кто это? Мун. Все, уже не загружайте, добивайте просто. Угу. Блять, колчедан. Бля.
куда садиться. Постакайте куда-то. Кранишка, прям как у Шидан Махерач, пока да. Добивайте все, кто может. Добьются. Хотя уже не добьются. Не добьются. Ладно, если теперь все понял, ребят. Мотики, старайтесь Колчедан носить ту сторону, где его нету, где находится весь остальной рейд. То есть сейчас так получилось, что с правой стороны вообще там Колчедана не было, в итоге слева куча его было. Как раз направо и носили, там было много разрушителей. И получилось, что с правой стороны ничего не было, а слева Колчедана, смотрите за этим внимательно, ребят. Сова, которая в печеньке сидела. Я ж тебе плюсовал, типа, что мог садиться. Или там что-то не... Не тыкалось. Я потом в атаку обратно сел, у меня 2000 хп было. У меня не было никого. Заражайся. Сзади разбивайтесь. Те, кто в осаде сидят на пушках, смотрите наверх. Если там появляется Колчедан, убивайте его. Из пула он всегда появляется, сразу сразу его сбиваете весь полностью. Прям спан. Классик, например. Да. Где вот эти три избей? Еще. Тот за текстуры. А вот еще один. Да, осадки, ваша задача по цветам бить, то есть они появляются в углах этой комнаты. Ваша задача их заливать на себя, забирать. Куда учить целиться пассажирам, чтобы он не вылетел в текстуру вниз или, блядь, как, ну, не знаю. Я в центр, босс. Просто центр. Я вот по центру держу, вот в прошлый раз, блядь, друид как-то криво полетел, я хуй знаю. Все, попали. Давайте внимательно, ребят. Там эта кранишка ДК первого просит, чтобы полетал. ДК, залезь, первый полетишь. Угу. Загрузись сразу. Все. А, кстати, мы пятерых кидаем людей? Кстати, четверых. Мне кажется, вот из-за этого, то, что одному просто места не хватает, вот и не пускают. В смысле, а вы что, опять закидываете? Варлок как бы в первый раз перелетел, когда вторых закидывали. Ну вот, пять тел кидают. Ну, так, может, где Мордун сидит? С кем ты сидишь? Напомни, пожалуйста. К Блэкфлай. Вторым. Fly. Я пролетел насквозь. И умер. Короче, оттуда тогда не кидайте. Пусть просто один человек сидит. Давай печенька. Сидит, печенька, давай не будет кидать. Энергии, все. Че, тогда на крючок сяду? Да, давай печенька не будет кидать, а прист сядь просто в какую-нибудь машину. Осад. Давай так вот сделаем. Да. Пристал осад, давай так сделаем. Печенька не кидает. Вот, да. Вот. Кидаешь только, если не закинули кого-то там. Да, вы скажете. Давайте, Арча. Собирай, да, выдели цели. Пулять? Погнали, ребят. Закидывается. Возьмешь, когда 25 будет. Бери. Да, берите, когда 25 энергии. Бери, hard to kill.
Еще сразу. Я скажу, жарик свою метку. Колчедан, быстро, колчедан. Опять насквозь. Колчедан, колчедан. Загружайся. Приготовили загружаться, загружаемся. Все на шестерку нажали. Ребят. Закидываем. Кидайте быстрее. Первый садитесь. Ну почти хорошо. Короче, колчеданы. Пассажиры в осадках, цветы на себя агрим. Стреляем в них на двоечку, по-моему. Подбивай, колчедан, если есть. Цветы заберите с этого. Со звезды. Во. Зарядись, я сяду. Кидай. Приготовили, загружаемся, загружаемся. Загружайтесь, закидываем. Ребят. Здесь колчедан давай мне. Артукил, быстрее. В треугольник надо кому-то сесть. Еще на мостике подлезть. Перед нами еще. Ага, хорошо. На мостике к треугольнику подъедьте, сядьте. Кто на мостике один? Все, собирайте там колчедан. И видите, загружаться да, тоже. Загружайся, Артакил, загружайся. Ребят, загружайтесь. Шестерочку, ребят. Шестерочку нажали, все, закидываем. Я мимо пролетел. Эрик, загрузись. Да, я. Нажми ускорение и подбери каучедан, который под нами. Каучедан, каучедан, быстрее, быстрее, сова. Давай. Еще в треугольник еще сядьте на мотике. Квадрат. Кто там на мотике гоняет? В треугольник сядьте. Это заново стак. Еду. В трусы? Или куда? Да, да, в трусы. И собирай каучедан. Снимите с меня. Сними, Зуд, сними. Саня, сними с меня. Вот. Все, добили. Ну, почти неплохо. Ребят. Жесткие, жесткие. Можно вопрос? Да. У кого-то было такое, что багается не только машина, а еще и этот энергия? У меня просто постоянно да, показывало, что 100. На сервисе тут все багается. А ты запоминал именно саму тачку машины? Я убирал и тачку в цель, и именно этот колчеданчик. Бывало, бывало такое. У меня тоже бывало. Ну, блядь, это сервис. Куда мы идем, наш? А, это Спанч Боб, у меня зависло. Сейчас я релогнусь быстренько. Танком кольцо не надо? На успех на мишку идет? Ребят, не ролим, просто вы линкуете свой шмот, который у вас, и ФЦ решает, кому отдавать. По кускам есть на куски. Мишку, да, идет. По кускам, ребят, если вам нужен будет кусок, печенька, да, то вы линкуете шмот, который у вас сейчас находится, и сколько у вас на данный момент кусков. Мастер крыл, ребят. Любуешь? Муренок, зумор, спекайтесь. Муренок первый хватает босса. На четырех стаках забирает зумор. На танк и мячик? Никому не надо? Это пароль эти команды. Нихера. 95, 99, 99. Можете повторить, что вы линковали? Я только зашел в чат. Формулу.
Ребят, срово бросать сейчас, не надо. Сейчас, подожди. Линкуйте то, что на вас, да, то, что хоть будете менять. А у тебя все куски, Эрик? Да, я с пятью бегаю. Понял. Вот хочу поменять. Вот это разобрал две тьмы. Баф, давайте. Пол 11 все спали пауэром. Ничего себе, наконец-то, молодцы. Так столько писать в Дискорде, конечно, будет с пауэром. Таня, ауру включи. Подожди, Муренок, Муренок, у нас 3 пол 1. От каски бафы. Муренок, перебахай, пожалуйста, каски всем. Дровосеку, пожалуйста, хотя бы кулак. Ребят, петов тоже бафаем. Угу. Спасибо. Изикалка, поставь себе все кулаки. Хочу каски 10% на 10 минут. Помагам каску, пожалуйста. Мурёв, у тебя нету, что ли, знаков королей или чё? Отсыпьте мне знаков королей, пожалуйста, паладина. Либо джипс, или мама там поставьте. Если что, потом в начале рейда можешь купить. Там продаются справа, как заходишь. Мамонтов мы ставили. Мамонтов стоят. На первое приземление даем Белл сразу, ну как, на сядь Белл сразу же даем, если трэш останется, просто подводим под бусы и там ауе заливаем. Давайте, я еще нахуй. Вопрос, кто будет танчить? А то я так... Еще раз, Зумар Муренок, 2 танка. Муренок первый хватает босс, на 4 станках ты у него забираешь. Муренок. Если по голосу спамил Зумар, да, сейчас спрашивать это? Короче, вы поняли. Все, пуляю сейчас. Фласки пьем, ребят.
пушки нажмите быстрее. Я пойду нажму сейчас. С правой стороны уже нажмите. Садить надо уже. Бел. Припоту там пейте с эфирно. Не пуляйте, трэш, пусть так и спадут.
Физика, откликни по правому рему, пожалуйста, левого все бьют. А на если фантам не надо, можно на успех шаманом? Шаман. Я скажу, если на успех. Пояс надо кому-то? Успехом. Тебе надо штаны эти? Кто-то что-то спросил или что? Не услышал. Я Саня, да. Тебе штаны нужны эти? Ну, скажем так. У тебя тут... Как и мне, я понял. Ну да. Меликов прохилит, на них стаки сейчас висят. Если твоих с пули Мордон, у меня вот эта альтернатива есть, но они похуже будут, чем те, что... Мордон, бань звезду. Идите, идите. Череп бьем, Мордон, бань звезду. Перегрип я даю, второе селф, а третий блэкфлай. Дверь открой. Разбань. Селфа. Ай-яй-яй, сори, сори. Может просто один череп загреть, там звезда не загреть. Я дам гирик первый. Отойдите, 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 ребята, отойдите. Забань звезду. Все, можешь не отойти. Танк собирайте сразу всех мобов. Варенок слева собирает, ДК справа собирает. В одно место, как видите, все остальные ДДшки, РДшки под жопу. К трэш. Отверните их от рейда. Под жопу все встаньте, пожалуйста, хилы, РДшки. Прием, прием, как слышно. Спасибо. За. Друид, за, ты в дискорде? Бревно, походу, ушло. Понял. Всего 2 ма получается. Ресните? А, реснули уже. Ребафните, пожалуйста. Марина, знаешь, что она будет делать, как его держать? Окей. Ты на боссе, тогда зумар на трэш.
Видите, наверное, его вправо к фонтану. Просьба будет всем РДДшникам, хилам, встать под жопу к боссу. Держи его, короче, в воде. Короче, на пол. Дед Май, забахните, пожалуйста. Ты готов? Инту. Пожалуйста. Ну тебе дайте, пожалуйста, мой. Спасибо. Я за. Кто первый танчит? Муренок. Я тебе ДПМ пул дал, Муренок. Вау. Спасибо. Муренок, у тебя ДПМа нет? Дай. Воду веди. Старый ДБМ. Первый ма вайф будет давать, второй языкатка. Средоточение возьми вайф. Под жопу РДД хилу. Под жопу РДД хилу встаньте, пожалуйста. Ма, давай вайф. Отдай языкатки. Спанчбоб в дискорду? Походу нет, вайф освободи? Да, пишет, да. Надо всем под жопу встать, под босс. Вайф освободила, Эма нет. Отлично. Давай. Хорошо. Так, массакру дашь потом вайф, скажи, куда тебе. Дайте БЛ. Полол БЛ. Что-то я просто... Вроде КД было 40 там минута. Массакру давай. Танка поймал, Муренок, забери трэш на себе. Что за бред? Почему танков берет? Потому что он один, походу. Мурена, следующая твоя масса. Расскажи, куда давать. Массакру давай, Мурена. Давай, забирай ауру, будешь мастер ауру. Мастер ауру. Отдай язык так. Жесткий, ребят. Насчет пауз, первая пауза будет после Калагарна, ребят, на 10 минут. Вторая после Мимирона. Танк. Ну иди пока трэш.
справа чистим, подбегать быстрее. Что, друиды никому не надо? Там на оф, не на оф, третий спек. Хорошо. Кто умер, вставайте, сразу бегите. Я иногда в шоке, здесь типа тренеры работают. Я умер, да. Доту оставил, захожу в инст, на меня вешается колода, и я прохожу в бой. Колода прокает по любому поводу. Как у меня прокнул, понимаешь, я в комнат вошел. И мне пришлось выйти. Я пета хилю, типа, у меня по колоде прокает. Это колода, что ли? Я тебе отвечаю, серьезно. Ты чё в Далоране стоя, блядь? Ну, по-моему, надо все пробовать, потому что ты типа урон получаешь. Наносишь тоже, хотя бы. Тоже интересно. Да, но я хилить мало. Скилл нажимать. Ребят, кто не знает, что здесь делать в карт-моде, сразу говорите, пожалуйста. Так там же написано, при нанесении или исцелении. Поэтому она и прокает из света. Так мне нравится прок, я далеко Бою. Нахожусь. Мне нравится, я далеко нахожусь, я умер, я захожу в инс, у меня колода прокает. Ну, только яды остались, допустим, которые... Можно вытащить его, пожалуйста, из-под щитка? А ладно. Мурёнок, спекнись, пожалуйста, в ретрика. Кому-то надо поясок. Что там скорость? Да, да. Что, не надо? На оф, не на оф? Ну, у меня такой, на эрдру, как бы, я думаю, этот лучший, на который... Ну, давай, обмен. Да в тем сокетов нет под СПД. Да, там сокетов нет, как я бы. Не знаю. Просто так дораспылить его, чё. Рогалька, тут ты 2 минуты просил, а не 50 тысяч часов. Каску. Инту, Ива. Колечко. Рога через 5 минут не придет на замену, кидаем его, перегары возьмем. Хард, давай черепу обмен. Каску дайте, винту и лапку. А знаешь, что меня больше всего бесит? То, что, блядь, от инты тринка прокает. И надо ее снимать, а потом бафы только. Не мои проблемы. Да, мы так переведем здесь без гера. Да, не парься насчет этого. Прожимки все на сердце оставляем, спуа не отдаем. Все мирики стоят под левой ногой, а с белой выносим под правую ногу. Быстро. Черный выносим далеко из рейда. Пожимки нажимайте, да, магия, пожимки нажимайте, все пожимки оставляйте, пожалуйста, на сердце. Мурёна, правильно, не со стола выруби, если еще не выруби. Мирики все под левую ногу, напоминаю. Прям в краю левой ноги стойте, ребят. Белую выносим под правую ногу. И продолжаем бить. Серус все свечи, абсолютно. Кландик. Ну вот, типа, да, так вот. Эту далеко уносим, эту не под правую ногу. Сердце приготовились, прожимки нажали. За угол. Бомбота слева залейте, бомбота слева залейте, РТ-шники. Какого дал по нему? Текстурами?
Милик, осторожно, добейте его. Милик, все под левую ногу. Трэш, заберись, Рейден. Муренку. Все, сейчас из белого будет выходить искра. В искру все свитчатся сразу, быстро. Зуд. Месси. Быстро искру зарить надо будет. Массакру вайв дай. Чуть подальше отойди чуть-чуть. Ага, вот так. Языка. Искра, приготовились. Выскрус. Кира. Кира, оп. Может, не надо. Зумр. Мимик. Быстро залить надо будет искру. Сука, это что ж такое? Дисконнект. А, я думал, меня, блядь, залагало опять. Не, ну в принципе неплохо, хорошо выносите, ребят, отлично. Вот. О, отлагало, что ли? Нет. Не, выкинул. Да, понял.